Это тот самый Lemon. И, короче, есть прикольная игра, ни разу в нее не играл, вот решил попробовать только сейчас. Она не страшная, но она прикольная, поэтому ты знаешь, что нужно прожать, а мы поехали. Так, стоп, почему я такой маленький? Что это вообще такое? У него бита, тут какие-то машины, на которых написано... Стой, куда без меня? Moving truck, то есть... Ой, и куда мы едем? Нас сейчас куда-то отвезут, надеюсь, не в школу. Все, мы едем. Что происходит? Так, тут еду я, наверное. Мы приехали в какое-то другое... У меня чипсы, у меня есть лейс. Классические. Привет. Добро пожаловать в твой новый дом. А почему я не один тут? Так это мой дом или это наш? Здесь везде спрятаны закуски. Они восполняют энергию. А где эти закуски? Следуй дом. А вот у меня чипсы, я их... А, я их ем. Вот. Все, так у меня полная энергия. Зачем мне закуски, если мои чипсы бесконечные? А, не бесконечные, ладно. Так, тут нора для мыши, наверное. Я не пролезу. Хорошо, мне нужно найти что-нибудь покушать. А тумбочки... Да, я могу обыскивать тумбочки. Смотри, ну тут пусто. Или все уже забрали. Так, нужно быстро, пока никто не забрал мои все закуски, потому что это только для меня, а они вообще кто такие? Тут же написано было, что это мой дом. Я не понимаю, почему они все тут ходят. Почему их так много? Это что, закуска? А, это кот. Хотя, в принципе, шаурму никто не отменял. Ладно. Ай, ай, ты чё царапаешься? Он царапается. Смотри. Ладно, я не буду его больше трогать. Лучше. Я же могу открыть эти двери? Нет, не могу. Ой, это новости какие-то. Понятно. Я могу включить и выключить этот на светильник. Ого, сколько ящиков. Подожди, тут куча... Почему все ящики пустые? Базмент. Что? Это подвал? Я спускаюсь. Я ничего не... Как тебе выйти? И застрял. Ого, кот. Их можно двигать. Смотри. Яблоко. Все, это первая закуска. Там какой-то дед ходит. А он опасный? Вообще, почему я в доме торчу? Смотри, можно к нему подойти. Тихо. Crazy Uncle Pete, я не понимаю. Я не понимаю. Тут в гараж тоже можно. Или это не гараж? А, это кухня. Ну, дома я обыскал, получается. Но он тут не один. Что? Что происходит? Ой-ой-ой-ой, там дождь пошел. Займи место за столом, скоро будет ужин. О, смотри! Нет-нет-нет, это мое, это мое. Это я никому не дам. Нет-нет-нет! Она сейчас заберет. Все, я нашел еще. Это кофе. Это, наверное, кофе. Картины. Нужно за стол. Я успею. Все. Так, а мы, наверное, будем кушать то, что мы нашли. Нет, стой, подожди, там холодильник. А, тут уже все обыскали, понятно. Ну, очевидно. Кто-то за... Нет-нет-нет-нет, куда вы побежали? Не надо отвечать никому, кто за дверью. Открывает дверь. Зачем ты дверь открыл? А, ладно. Это нам покушать. Это доставщик пиццы. А кто пиццу заказывал? Я ничего не заказывал. Это точно доставщик пиццы? Не, все, больше мы дверь не открываем. 100%. Это мое. Плюс пицца. Нормально, нормали. Так, можно ее поесть немножко. Что мне это дает? Я съел пиццу. Все, а зачем нам за стол, если... Ладно, хорошо. Нужно еще найти закусок. Потому что все бегают, никто не сидит. Наверное, сидеть не нужно. Ой! Все-все-все, хорош! Что, какое-то включение будет через 30 секунд? Что случилось со светом? У нас есть лампочка, которая не работает. Она не работает. Телевизор все еще работает. Ну, потому что тут важное объявление, и он не может отключиться никак. Ну и что вы уселись? Давайте чинить. А, нет, они ждут важное объявление. Почему они большие, я маленький? Там кошка бегает. Все, я сделал от первого лица. Давай, важное объявление. Я не понимаю, что написано, но звуки очень страшные. Это кто? Че за анонимусы? У них оружие, кстати. Они, походу, сейчас к нам придут, и нам нужно будет их убивать, но... Нам нужно будет от них отбиваться, но... Зачем мне закуски? Дайте мне оружие.
А закрыть двери, говорят. А мы открывали, прикинь, доставщику пиццы. Это их лидер, вот это. Так, я понял. Ну, тогда, получается, мне нужно... Все, не открывайте никому. Нам нужно свет включить. Нам не о чем волноваться. Ну, да, конечно. У меня есть яблоко и кофе. Если придет анонимус, то что я ему сделаю? Ну, я могу облить его кофе максимум. Все. Не, я спать... Что-то спать не особо-то хочется. Время сна, сон дает тебе энергию. Так у меня полно энергии. Я не хочу. The Pink Room. Розовая комната для девочек, а мне нужно в зеленую комнату. Все, надо... Ой, подожди. А тут ничего нету. Еще ящики. Опа, опа. Сюда лут. Забираю яблоко. Отлично. И еще ящики. Тоже пусто. Что тут? Ничего нету. Все, можно спать. Спать. Все, окно сломали. Окно нам сломали. Что делать? Вот это сейчас страшно, реально. Ой. Смотри, двери ломают. Нужно как-то выбраться. Куда ты за компьютер сел? Нам бежать нужно. Только окна закрыты. Все, походу... Все, это конец. Нет. Подожди-ка. Что это такое? Booting up. The pink room was... То есть, подожди. Розовую комнату атаковали, но все целые. Так и зеленую атаковали. The blue room was attacked... Да, все целые, это понятно. И нашу тоже атаковали. Но они тут за нами. Мы не можем допустить еще одну атаку. Так что мы сделаем? У нас нет оружия, ничего нету. А, доски? Ну, доски, да. Доски полезно. Укрепляйте, давайте. Еще доски. Опа. Так, у меня есть доска. Доска, да? Я могу ее... В главных комнатах лежат доски. Заколотите каждое окно и дверь. А дверь, как мы будем выходить за этими же досками? Так, а как... А, я понял. Все, заколачиваем, быстрее. Так, одно готово, одно окно готово. Давай, то окно, вот это большое. На него нужно будет много досок потратить, наверное. А двери, а как я двери заколотить смогу? Так, давай. Все, этого хватит? Куда ты спать лег? Еще рано. Ты сейчас не можешь спать, я знаю. Давай еще... Все, нет, и оно еще плохо заколочено. Нужно еще сильнее. Нет, ну конечно, мега плотно. Как будто пластилином залепили окна. Что-то выглядит не очень эффективно. Плюс в окна никто не долбился. Зачем? Ну ладно, если нужно, то... Да встань, ты не надо, не надо спать. Не время. Все. Куда еще? По максималу что уже забил окна. А дверь как? Нужно, чтобы все зашли, наверное. И только тогда. Все, окно готово. Никто не пройдет больше. А дверь? А дверь как? Как я дверь забью? Ну, это дверь, наверное, когда все абсолютно будут в комнате. А, смотри, еще вот это нужно забить. Нет, это забито уже. А к двери какие? Вот это может быть место? Это голубая комната? Не-не-не, тут плохо они забили. Я в зеленой останусь, наверное. Вот в розовой, кстати, хорошо окна заклеили. Что? Вы поработали просто идеально для защиты дома. Это точно их сдержит. Но нет. Вообще-то они стучались в дверь, поэтому логичнее будет забить двери. Но мы не можем этого сделать. И сделал больше для защиты дома. А почему не я? Почему не я? Нет, куда? А дверь? Сказали же дверь. Стоп. Мы все внизу опять. Ого, уже стемнело. Ну, естественно. Все нужно по комнатам. Еще 3 кусочка пиццы. Ну, я не голодный вообще. Я заберу на всякий. 1-3 людям, сидящим за столом через 20 секунд. Ну, давайте. Давай, усиживайся быстро. Так, нам не хватит кусочков. Мне вот этого одного хватило бы. Поэтому, ребят, давайте уходите, я забираю, кушаю. Хотя зачем, я не понимаю, нужна эта пицца? Что она дает? У меня полная энергия, есть яблоко и кофе. И есть магазин. Опа, давай мне. Все, это мне. Опа, все, скушал. Сюда. Все, кушать. Ничего не восполнилось, бесполезно. Все, быстро наверх. Сейчас они придут.
Чё это? Что это было? Там кто-то появился. Какой я был? В какой комнате? В зеленой я был. Я был в зеленой комнате, не закрывайте за мной. Откуда этот яркий свет? С туалета. Кто в туалете не выключил свет? Ребята, все, надо спать. Это моя кровать? Что доски сдержат их нападение? Я так и до конца не понял, кого их. Иди в свою комнату и ложись спать, защищая своих друзей. А как мне их защищать? Чем? Руками? Ногами? Ладно, все, я лег. Я отдыхаю. Нет, ну... Почему я не могу встать? Все, я приклеился к кровати. Сейчас что-то будет. Окно выломали, слышишь? Окно выломали! Че за бред? Все, хорош, я понял. Пустите. Да все, хватит! Что они делают? Как я смогу помочь? Ты сейчас не можешь спать. Естественно, не могу спать. Мне какие-то анонимусы атакуют. И что мне делать? Что мне делать? И как они пролезли? Ни одной дырки в окне нету, и дверь закрыта. Что это было? Смотрю, он живой? Кот, ты живой? Атака, голубая комната атакована, все целы. Нет, ну я так и не понял, что нужно делать в случае их нападения. Бегать по комнате, как дурачок? Или кушать? Я все скушал, что у меня было. Что-то я переборщил, наверное, да? Досок недостаточно, чтобы защищаться от них. К счастью, они отступили. Что? Почему они ушли? То есть, как они зашли и как они ушли? Все забито. А, смотри, они пробили. Спустись вниз, проверь окна и двери. Ну, все печально. Все очень печально. Они отсюда вышли. Дверь подвала была оставлена открытой. Я думаю, здесь кто-то есть. А может, мы это не будем проверять? Ну, зачем нам это? Как бы... Можно ее забить досками и все. Кто меня за стол посадил? Что? Куда? Че? Какой шкафах? Все, тихо. Будем тут сидеть. Все, я тут. Не дыши. Да уйди отсюда! Ну, это мега палевно, конечно. Это кто? А, это главный, это их главный. Он тупо за нами вышел. И че, нам тупо ждать? Мы все одной кучей. А он вообще... Если он будет мимо проходить, нас же видно. Мы за тумбочкой. Мы даже не в шкаф залезли. Ну так топает громко. Куда ты идешь? Уйди отсюда. Это наше место. Все, уходи. Из-за них нас поймают. Вон он пошел, смотри. Он наверх. Он к ним пошел. Но нас он не видит. Хотя... Вот же легко нас увидеть. Все, пошел. А может ему сзади ключик этот развернуть и все? Куда он? Сейчас вот этот отлетит, смотри. Сейчас минус чувачок будет. Он ушел наверх. Беги в подвал. А где подвал? А, понятно. Я же пытался зайти, тут непонятно что. О, дверь надо закрыть. Все, пока. Да все, хватит, закройте дверь. Тупые. Опа. Кот. Не, ну кот тоже по-умному поступил. О, бита. Все, отлично. А могу своих бить? Проверить надо. Не, своих мы бить не можем. Бита, яблоко. Яблоко сюда. Что это? Это что? Делись оружием. Тебе нужно что? Мне нужно. Мне ничего не нужно. Мне больше ничего не нужно. Лестница. О, это что? Тут какая-то неисправность, наверное. Нужно ее починить. Работает. Очки тоже никому не нужны. Это что? А, это детали всякие, тоже бесполезные. Ой, тихо! Смотри. Вон стучат. Они пытаются... Да пускай пытаются. Мы сейчас будем их бить. Наконец-то нам дали оружие. Он вообще с вилами. Чел вообще с вилами бежит на них. Почему у меня бита? У них... Ой, все, понятно. А что, у него лом? Ну все, полетели. Давай. Ой, он больно бьет. Мы убили? Ой, мы его все уже? О, денежка. Спасибо. Не, ну неплохо. Ой, еще один. Все, давай, уходи отсюда. Это наша точка, это наш подвал. Что ты вообще сюда пришел? Денежка моя, забрал. Только куда нам тратить эти деньги? Может, в магазине? О, есть эмоции какие-то. Релаксит.
я отдыхаю, понятно. Нашел упавший замок. Это кто-то замок нашел? Значит, мы сейчас будем отмыкать замок. А где дверь? От чего замок? Какой ключ? Что? Куда? Нам придется переночевать здесь. А где мы это достали? Откуда эти мешочки? Это мое. Это мое. Все, уйди отсюда. Да я же занял. Ты кто? Что это, аптечка? Кстати, мне нужно покушать, наверное, потому что у меня... Все, яблоко кончилось. Биту, что это написано? You are weaker because you are a child. Ты должен, типа, выкинуть это оружие? Потому что ты маленький. Нет, я не буду. Мне тоже защищаться нужно. Все, спать. Все. И сейчас они тупо вломятся. Не, не вломятся. Мы им уже нормально накостыляли, поэтому они, наверное, не захотят к нам теперь идти. Хотя их много. И главный ушел наверх. Ну тогда... Тогда ждем. Придется только ждать. И все. Все, вставай. Новый день, новые сражения. У нас трубы вот эти почему-то шпарят паром. Нужно как-то это починить, наверное, потому что мы задохнемся тут. Выходи из подвала. Чё-то я не хочу. У нас нормальный оборонный пункт тут уже состоялся. Зачем нам уходить отсюда? А, ну у нас еды нету, поэтому, возможно, нужно за едой пойти. Входная дверь была взломана. Это может значить, что они ушли. Ну, возможно. У нас полностью закон... А, я же говорю, запасов нету. Выйди за дверь и найди продуктовый магазин. Ну, пойдем. Чисто в магазик погнали. Где магазин? Блоки Март. Блоки Март. Это как Walmart, наверное. Только Блоки Март. И где он? Ай-яй-яй-яй, это что? Весь район разрушен. А почему, когда я становлюсь на эту... А, это лед. Я поскальзываюсь. Я что, не могу даже пробежаться? Это даже не лед, это снег. Почему я так падаю? Не, так убиться можно, лучше не надо. Лучше не надо. Ай. Я вижу магазин. Все, побежали в магазин. Все падают. Ой, я слышу, кто-то что-то купил. А деньги нам давали, чтобы мы закупились в магазине. Так, я возьму... О, чипсы, это очень... А, они дорогие. Я могу взять вот... Не, печенька, ну... Это все, что я могу купить? Серьезно? Одну печеньку? Это все! Это что? Мусбис... Я могу это взять? Я расту. Я вырос! Я чуть подрос. Кто-то еще растет. Теперь мы больше. Но у меня больше нет денег. Это что? То есть я беру вот эту... У тебя не хватает денег, чтобы это купить. А это что? А, это донат. Не, не надо. Не, не хочу. Понятно. Больше я ничего купить не могу. И я съел печеньку. Так, уже ночь. Нужно обратно домой, наверное, вернуться. Ай! Нормально уже шмякнулся. Беги, беги. Не, ну все падают. Почему? Ну в жизни ты же, когда бежишь по снегу, ты... Ну, ты вот так не летаешь, не падаешь. Он же не скользкий, это же просто снег. Все, ладно, больше не надо, а то мне здоровья не хватит. Кто-то машину сломал. Это... Или это не машина? Какой-то паровоз. Смотри, это все мы заделали. Нам нужно вернуться и закрыть дверь. Давай быстрее, заходи. Становится темно, поэтому нужно обратно в подвал. Иди домой, пока мы... А, сами дверь закроют. Дверь закроется сама. Тут стекло нужно как бы, наверное, заделать досками. Больше ничего не появилось. Нет, дома больше ничего нету. Нам нужно в подвал. Или не надо? По идее, вот эти враги, они ушли. Можно спокойно ходить. Тут на немецком кто-то разговаривает. И тут, наверное, один русский. Вот тут мы прятались. Тут нас не нашли, поэтому место хорошее. Можно... Ой-ой-ой, опять что-то происходит. Сейчас что-то будет. Ну, где описание, что происходит, куда бежать, что делать? Но у меня оружие есть, хотя бы это радует. Дверь закрылась, и чё? Хорошо, что мы сходили в магазин, я думаю, мы закажем пиццу на ужин. Я не думаю, что мы ее закажем, потому что я не хочу больше дверь никому открывать. Пицца скоро будет. За столом, ладно. Все. О, сюда, сюда. Это мне? А, бери только один. Сам ты нуб! Ладно, я выпил это. Еще один возьму. Не, мне больше не дают попить. Что это вообще? Это баночка. Это что? Это не кофе, это какие-то консервы. Или это что? Это... Ладно,
Неважно. Кто-то за дверью. Ой-ой-ой-ой. Ответить. Не-не-не, не надо, нет. Не надо. Ну это точно не пицца. А, это пицца. Это, не, это не пицца. Смотри. Смотри, наготове. Это не доставщик. У него в руках вот эта хрень, поварё, скалка. И он странный какой-то. Прошлый был не такой, поэтому... Да, я же говорю! Все. Оборона пошла. О нет. О нет. О нет. О нет. О нет. Где моя бита? Я ничего не вижу. Мы проиграли, типа? Не. О, нихера себе, он огромный! На, на, на! Победи доставщика пиццы. Так это не... Нифига не доставщик пиццы. Да какой-то злобный повар. Подошва, а? Что, он, что за танцы он исполняет? Все, я, короче, побежал от него наверх. О, смотри, куда они задыкались. Че, умные такие. Это же тогда... Все, ребята, мы тут с вами будем сидеть. Ай, да он сквозь эту дощечку бьет, прикинь. Тут не вариант, там, там прятаться не получится. Ну, пока они дерутся, я по... О, там пицца, там пицца. Тихо, возьми пиццу. Все, спасибо. Все, я скушал пиццу, можно дальше продолжать драться. Сколько у него здоровья? Очень много. Что? Почему он такой сильный? Давай вилами, у тебя же вилы. О, он его оглушил. Я очень медленно бью, я очень мало ему урона наношу. Мне кажется, ну, смысл у меня драться с ним. Он у меня такой... Мне здоровья мало уже, да отстань от меня. Почему именно на меня он бежит? О, он оглушился. Нужно бить. Мне кажется, я не смогу. Он слишком силен. Помогайте мне, алло! Почему меня одного оставили? О, меня хилят. Меня лечат. Давай, 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 давай. Хорош, хорош. Давайте, бейте этого анонимуса. Кстати, половину выбили ему уже. Так, лечи меня! Она себя лечит, а меня? Давай. Ну все, все, откисай, откисай. Нет, все, хватит. Давай, давай, давай. Упадай, падай, 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 падай. Давай. Ну ты дурачок. Все, хватит. Хватит крутиться. Все, лежать. Ого, у него все развалилось. Победа легчайшая. Я думал, будет сложнее. В принципе, все. Так. Тишина, наконец-таки. Хорошая работа. Время сна. Не, ну после такого даже спать не хочется. Хочется чипсиков покушать. А чипсиков больше нету. Они стоят 20 баксов. А у меня больше нету. Почему с него деньги даже не выпали мне? Я больше всех урона ему нанес.